спасибо большое Западной Украине, что они нас поддерживают, да, и воюют, да, и погибают, да, за нас, да, за наш Восток. Они сейчас молодцы, большое вам спасибо, все Западной Украине. На них говорят бендеры, какие бендеры, у них поучиться многому надо. У нас вот непонятные какие есть. Ну это сейчас уже люди чуть-чуть протрезвели, поняли, что есть что, кто есть кто. И поэтому они, не знаю, я ними восторгаюсь, Западной Украиной. Да, да. Большое спасибо вашим. Им большое спасибо, низкий поклон. Сколько оттуда идут воевать, сколько нас здесь поддерживают морально, материально. Они вообще пример подают, я считаю, Западная Украина. Какие бендеры в хреновой матери. Ми їх дуже любимо, вони хвайні люди, як ще сказати на українській, вони щирі люди, вони відзивчиві, вони такі сплочені. Да. 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 Большой привет передайте их от нас всех, мариупольских, от дончан, там тоже люди сейчас гибнут, столько людей. Да. Украине, которые нас поддерживают. Да, и Западная Украина. И воюют, да, за нас. Да. Да. За наш мир, чтобы за у нас был мир. За все, что принимают, сколько беженцев наших принимают, сколько... Ну вообще, это народ, который достоин такую трудную минуту уважения. С них надо брать пример, я так считаю. Нам всем так сплотиться. Да, да, у нас меньшее количество таких, но уже люди, конечно, многие поняли, да, 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 уже больше процент такой вот у нас сознательный такой вот, который действительно мыслит сначала, чем прежде, чем он там что-то кого-то поддерживает, уже Россию, сколько было за Россию, ну, короче, мы дуже любим нашу Украину, мы за соборную, за единую, за счастливую Украину. И Западной Украине низкий поклон.